29 сентября внеочередной повестка на заседании Думской фракции партии «Единая Россия» стало согласование 5 кандидатур на должности заместителей губернатора, которые накануне озвучил глава Зауралья Алексей Кокорин. Сегодня просто фракция рассматривает кандидатуры, завтра будут комитеты рассмотрят эти кандидатуры, и на Думе надо будет утверждать. То есть это процедура, прописана уставом Курганской области, поэтому в пятницу была инаугурация, в пятницу все правительство ушло в отставку, сегодня начинаются вопросы согласования с областной думой, утверждения областной думой данных кандидатур. Теперь этот список будет представлен на рассмотрение депутатов областной думы, которые должны вынести окончательное решение по новому составу правительства региона. Сергей Путмин, действующий первый заместитель губернатора, который по предложению Алексея Кокорина должен остаться в своей должности, озвучил имена еще 4 предложенных лиц. Пантелеев Олег Евгеньевич, первый заместитель губернатора, руководитель представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. Пугин Сергей Владимирович, первый заместитель губернатора, директор департамента сельского хозяйства. Ксенофонтов Игорь Николаевич, директор департамента экономики, также заместитель губернатора. И Пустозеров Роман Леонидович, заместитель губернатора, руководитель финансового управления. Почти все эти кандидатуры давно знакомы зауральцам. Так, для Олега Пантелеева, который последние 10 лет был членом Совета Федерации от Курганской области, должность руководителя представительства при правительстве страны не нова. Доработав в Совфеде, 8 лет он уже занимал этот пост. Серьезно готовлюсь, на самом деле. Для меня это ответственный момент. И хочу сказать, в общем-то, то, что процедура существует, прохода через фракцию, это очень правильно. Поэтому это позиция партии, которая имеет большинство в областной думе. Марат Исламов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», подчеркнул, что новый состав правительства области должен и по-новому выстраивать свою работу. Надо переходить нам более смело на инвестиционно-проектное выстраивание всей системы организации работы в регионе. Что здесь я имею в виду? У нас не очень много денег, и поэтому их надо очень эффективно использовать, а не размазывать тонким слоем, который ничего не дает, а кому-то дает долгую смерть. Лучше саккумулировать и какие-то проекты осуществить, и тогда будет какой-то результат, будет точки роста формироваться.